Начало отопительного сезона в этом году наконец-то не стало стрессом для жителей Козульки. В сводках коммунальных аварий этот населенный пункт стабильно был в числе лидеров. Сейчас, как уверяют коммунальщики, про аварии люди могут забыть. Новая модульная котельная не позволит жителям замерзнуть даже 40-градусный мороз. Теплоисточник построили всего за год. Как он работает, проверил губернатор Лев Кузнецов. Жители не жаловались. Горячие батареи. Раньше холодно были зимой.